Друзья, всем привет! Настало время подвести снова итоги нашей инкубации второй, когда мы инкубировали мясо яичные породы, это галашейки и мастер Греи. Результат у нас составил из 48 яиц, 27 яиц это галашейки и 16 яиц это мастер Греи вылупились. В общем, друзья, так, что у нас произошло по инкубации? 4 яйца у нас не вылупились, а с пятым яйцом, ну, вернее, они не то, что не вылупились, там были задохлики, но они погибли где-то ближе к середине инкубации. То есть, это были проблемы в самом яйце, так как яйцо очень важная составляющая инкубирования. Так как у нас, видите, получилось больше всего вылупились галашейки, и процент неоплода оказался больше у мастер Греев. Также пятое яйцо, которое не вылупилось, там цыпленок уже начал лупиться. Он уже сделал небольшую дорожку. Ну почему-то погиб. По непонятным причинам. Мы вскрыли, все нормально. Цыпленок погиб. Вот такие вот у нас результаты. Процент считайте сами, но я считаю, эта инкубация уже удачная. Потому что 4 яйца, если бы я в середине инкубации опять провел овоскопирование, я бы их просто отсеял. И выходит, что из 44 яиц одно погибло. Ну, это практически 100% выход. Кстати, скоро будет видео о наших режимах инкубации, как мы инкубируем, там с таблицей более подробно, не пропустите, жмите колокольчик. А сейчас бонус, смотрите, это наши маленькие доминантики, какие они вот прикольненькие. Нужно было, типа, меняли газетку, а тут на обоссанных птиц, на обоссанные газеты. Ну, в общем, сейчас поменяем газетку, потому что Лена переживает, что вы не видели какашки. У них, конечно, еще и жопы завтратые у этих доминантиков. Вот такая вот теперь у нас банда. 43 штучки красавчиков. А, у доминантика вообще как будто бы стрелочки нарисованные вокруг глазика. Какие доминантики? Ой. Ой, эти, блин, мастер Греев. Со своими доминантиками заколупецал всех. Может, вот так учить здесь? Ну да, да. Это... Они когда будут есть, что хочешь? Они же здесь не едят. Ну, когда будут есть. Ну, когда будут есть, это уже будут большие. Просто там кабан спит. Не помещается, он лапу положил в кормушку. Что-то ему сломали или что ее? Ты же врешь, что с лапой не понятно. Надо отодвинуть кормушку в сторону. Вот, может, показать. Какой вот красавчик, доминантик. Вот такие они клоуны. Вылазят здесь через вот эти вот отверстия. Пролазят все-таки. И залазят в кормушку и сидят. Один у нас дурачочек вылез из-за своей любопытности. Просто выпал и убился. Ну, жалко, конечно, но... Замечательная птица. Такой маленький, хулюсенький доминантик. Буйные. Быстрые такие прыгуны. Побежал. А там он, бройлер, что плоховато.
На этом, друзья, все. Всем пока. Пишите комментарии, оценивайте лайком, дизлайком. Ну, делитесь в соцсетях. Встретимся в следующих видео. Пока.